Тема лекции – основная память. План темы. Понятие основной памяти – оперативное запоминающее устройство, постоянное запоминающее устройство. Операционная память – это запоминающее устройство, напрямую связанное с процессором и предназначенное для хранения выполнимых программ и данных, непосредственно участвующих в операциях. Основная память делится на два типа. Это оперативное запоминающее устройство, ОЗУ, и постоянное запоминающее устройство, ПЗУ. Оперативное запоминающее устройство, РАН, энергозависимое быстродействующее запоминающее устройство, предназначенное для хранения информации, программ и данных, непосредственно участвующие в вычислительном процессе на текущем этапе функционирования ПК. ОЗУ – энергозависимая память при отключении напряжения питания информации, хранящаяся в ней, теряется. В аналогичной литературе вместо ОЗУ используется термин РАМ. Под произвольностью выборки в данном случае понимают возможность непосредственного доступа к любой заданной ячейке памяти. Причем время доступа для любой ячейки одинаково. Но термин ЗУПВ ничего не говорит о функциональных возможностях, а именно о том, что они используются в качестве временной рабочей памяти машины, обеспечивая как запись, так и считывание информации, программ и данных. В зависимости от способа хранения информации ОЗУ подразделяет на статические ОЗУ, динамические ОЗУ, статические векторные ОЗУ и псевдостатические ОЗУ. В статические ОЗУ каждый бит информации хранится на элементе типа электронной защелки, состояние которого остается неизменным до тех пор, пока не будет сделана новая запись в этот элемент или не будет выключено питание. В динамические ОЗУ каждый информационный бит хранится в виде заряда конденсатора. Из-за наличия токов утечки заряд конденсатора необходимо с определенной периодичностью регенерировать, причем во время регенерации запись новой информации должна быть запрещена. Обновление информации, как правило, проводится каждую миллисекунду. Статическо-векторная ОЗУ занимает промежуточное положение между SRAM и DRAM, имея быстродействие динамической памяти при произвольном и статической памяти при последовательном доступе, а также среднюю между этими двумя типами ОЗУ стоимость. Псевдостатические ОЗУ также созданы для того, чтобы в определенной степени скомпенсировать недостатки как DRAM, так и SRAM. Псевдостатические ОЗУ представляют собой DRAM, имеющие встроенную схему регенерации заряда каждой ячейки памяти. Это позволяет снизить энергопотребление по сравнению с DRAM при стоимости меньше, чем SRAM. Такие характеристики позволяют использовать псевдостатические ОЗУ в качестве основной памяти PEVM и особенно портативных. Постоянное запоминающее устройство ПЗУ. ПЗУ – быстрая энергонезависимая память. ПЗУ – это память, предназначенная только для чтения. Информация заносится в нее один раз и сохраняется постоянно. В ПЗУ хранится информация, присутствие которой постоянно необходимо в компьютере. В ПЗУ находится тестовые программы, проверяющие при каждом включении компьютера правильность работы его блоков, программы для управления основными периферийными устройствами, дисководов, монитором и клавиатурой.
Информация о том, где на диске расположена операционная система. Основная память состоит из регистров. Регистр – это устройство для временного запоминания информации в оцифрованной форме. Запоминающим элементом в регистре является триггер – устройство, которое может находиться в одном из двух состояний, один из которых соответствует запоминанию двоичного нуля, другое – запоминанию двоичной единицы. Триггер представляет собой крошечный конденсатор, батарейку, которую можно заряжать множество раз. Если такой конденсатор заряжен, он как бы запомнил значение 1, если заряд отсутствует, значение 0. Регистр содержит несколько связанных друг с другом триггеров. Число триггеров в регистре называется разрядностью компьютера. Постоянно запоминающие устройства ROM делятся на следующие типы. Первое. Неперепрограммируемые ПЗУ, масочные ПЗУ. Программируемые ПЗУ, ПРОМ. Стираемые программные ПЗУ и электрические стираемые программируемые ПЗУ.